Всех с добрым утром. Мы сегодня с Николаем Викторовичем на рыбалочке. Открываемся, сколько сегодня по водичке, хотя у нас было весеннее открытие. Ну, сегодня в рамках закона. И мы на рыбалке. Сегодня в приоритете хищник, ну а там что будем ловить. Прибыли на точку и сейчас будем ловить. Опа, первая рыбка сегодня. Дядька хороший. Опа. Подсаки сошу. Так, распочинился вот таким вот мордатеньким, не с первого заброса. Рыбалка начинается у нас сегодня бомбезная. Получив досадный исход крупной рыбы, мы двигаемся дальше. Сегодня окушок тоже капризный. 1-2 с точки, а может быть и без поклевок. Но мы подберем к нему ключик. Может, ему сегодня раки не нужны, хотя с утра кушает рака очень хорошо. Не переключаемся, смотрим дальше. Опа. Есть поклевочка. Очередной окушок. На глисер вышел. Ну что, двигаемся, ищем рыбку. Сегодня опять трудовая рыбалочка. Вся рыбка из-под уреза камыша. 1,5-2 метра под камышек бросаем. Если там есть рыбка, она клюет. Прям спидочерета. Опять попотрусит. А ну, Николай Викторович, на подсаку. Тихо, тихо, тихо. Опа, вот такие окуня у нас. Николай Викторович с рыбкой. Подсаку. А? Не? Идет послушно. Бубы.
приехали на новую точечку, и что она нам принесет, никто не знает. Бросаем снасти. Встали на весенней точке, где мы с Колькой судаков. И вот такие у нас пистолеты и судачата, поросята. Ну, клюют, и то хорошо. Давай, дедай бабу. Колька поймал кого-то, судачка маленького. Окунь, тот, что нужен. Поклевочка у меня. Рыбка есть. Опа. Судакевич. Опа. Манюсик. Мамусик. Да. На вот такого. А? Да, маленький. Давай. Только поймал кого-то. Ух ты. Подсак куда? Ах ты. Забагрился. На каркозя буду. Хорошо. Вот такая кракозябла и вот такой судачок. Двойная атака увенчалась успехом. И кто же у нас там такой? Атаковал приманочку два раза. Клыкастый, бармалястый. Только что утяжелился был. Никакого эффекта. Поставил вольфрамочку 4 грамма. Второй заброс. И вот такой вот бегемот. И вот такая вот приманка. Вольфрамочка напрямую привязана. Нимфочка и крючочек. Опа. И Николай Викторович. Сразу я вытяну. Рыбка какая-то. Давайте под соку. А, багранулся. У Кольки сегодня судаки багрятся. Ну, спортивная оснастка, покажи. То есть все по-честному. Крючочек и судачочек. Так, рыбка есть. Переплыли на другую сторону. Судачок. Где ваши деды и бабы? Караул. Вот это судаки сегодня жрут нимфы. Как с пистолет. А, ушел. Что? Точка принесла нам кучу эмоций, кучу судаков. Но мы двигаемся за ними дальше. Сейчас попробуем поймать большую рыбу. Ну что, в общем, у нас вот такая рыбалка, сколько сегодня получилось. На хищника. Поймали чуть-чуть окушка. По судаку хорошо выступили. Жаль, не было трофеев. Сегодня не наш день. Но количество поклевок, количество кайфа, драйва и адреналина на высоте. Выезжайте на речку, рыбачьте и получайте удовольствие.